А, вот она эта хуйня. Скамная. Я ее из ТикТока, мне чат посоветовал. Короче, кто смотрел ТикТок, там типа собака, ну и пчелы их ебут везде, и невозможно пройти никакой уровень. В общем, это про эту игра. Я подумал, блин, было бы неплохо самому попробовать в нее, да, поиграть. Потому что это наеб для скачивания, очевидно. Ну и чтобы вы не качали это говно, я его скачал за вас. Погнали. Так, ну спасибо, я в принципе разберусь, как нарисовать, блядь. А чё со скам? Они нихуя не толкают, как в ТикТоках. Ага. Это анальное насилие сейчас будет реально. Я же сказал. Это что, каждый уровень будет реклама эта ебаная? Hold and drag. Осуждаю наркотики максимально. Не поддерживаю. Все, хуй вот. Блять, это что? Нет, пенисами и резиновыми я еще не кидался, кстати. Хорошо, ладно, вот так сделаю. Да ебаный твой рот! именно так. Ладно, легко. Так, двух собак я еще не спасал. Не, ну что-то легче, да, чем было? Чем было в ТикТоках. Так, что тут сделать? Нормально. Легко. Я бы сказал, ультра легко. Ой, блядь, стой! Так, стоп, тихо. Стой, блядь, давай! А, фу, нормально. Их трое, что-то их дохуя становится. Ладно, окей, я могу сердечко нарисовать, я думаю, пойдет. Блять! Ладно, треугольник сделаем. Ну все, это не выиграть. Да, может, я не ту версию качнул, что-то как-то легко, правда. Ладно, я скачаю все, я все попробую. А тут музыку не навалили? Какая поделка дешевая. Смотрите, может, это оно? Это оно, да-да, судя по тому, как пчелы ебашат, это оно, да-да-да-да. Угу. Нормально, пока легко. Не, это хуйня ебаная, реально, это то, что надо. Ну, она такая просто говняная, эта игра, правда. Она прям вообще какая-то никакущая. Как тут проходить? Так, ладно. Чё, хотите сказать, это хуйня? Это тоже не то? Бля, скажите мне, что я в 24 буду, блядь, каких-то пчел рисовать вокруг, чтобы вокруг собаки, чтобы пчелы не ужалили. Хорошо, Miracle Game где здесь? Такого нет! Походу не найдем. Ты просто можешь нарисовать круг в улье и все. И вся радость уходит, просто можешь нарисовать круг на улье и все. Исправьте, чтобы было интересно. Валерия, понятно. Классные мемы, но как я заметила, в прошлом есть баги, с которыми я столкнулась. Один раз я нарисовала сердечко, а пчелы пролетели сквозь него, собака висела. О, так это вот оно, что надо, блядь. Это ж не баги, это ж фишка игры, блядь. Хотя она говорит, один раз такое было. Мне нужно найти вот это, знаете, где... Стеночки такие, поняли? Туда, короче, шарик пинг-понговский залетает, и он может размножаться. Вы поняли, как? Кто-то мне говорил, как она называется? Брик-брейкер! А где это, на телефоне или где? Что из этого оригинал? Судя по всему, вот это. Как же ублюдски это выглядит. Господи, чё лагает? Невозможно. Это просто невозможно. 2 FPS каких-то, ну ладно. Я сейчас определенно с ума сойду. Хуйос, там столько падало этих штук. Почему мне не падает? Одна только упала. Алло, а где от шарика? Должно отлетать от шарика, блядь. Боже, это пару... Алло! И такое бывает тоже, а что? О, пошло-поехало, тихо, пошло-поехало. У меня башка картон уже сейчас от этого звука. О!
Ну как-то без него-то вообще плохо, да, без звука. А-а-а, легко. Ну легко было, согласитесь. Так, второй уровень. Не, ну это будет легкий уровень тоже. Ну это легчайшая правда. Бля, у меня аж звук запердывает. Ну скучный такой уровень, да? Ну то есть, ну а чё тут? По-тупому как-то шарики летают. Как-то медленно падает все. О! Тут донатить не, нельзя. Тут должна, наверное, реклама вылазить, но она не вылазит. О, надо еще попробовать, знаете, игру, которая, помните, где какая-то азиатская игра, где какая-то липучка такая прыгает, поняли? Должна шарики полопать, тоже надо название вытащить. Я сегодня все вот это вот пробую. Ну в щель туда залети, в щель, алло! Да, сука. В щель! В щель! Бля, еще бы не 5 FPS, вообще бы имба была бы. Ну попади в дырку! О-о-о-о! Тихо-тихо, полетело, полетело. Тихо. Все, пошла массовая доминация сейчас. Все, разъеб. Тихо-тихо-тихо-тихо, все, разъеб пошел. А я не пойму, бара-бара включается, когда начинают шарики дюпаться, правильно? Вот это, да? Ну? Боже, какой кал! Что за стрим говна у меня сегодня? Не, если вы думаете, что это легко, нихуя не легко. Ну быстрее, я падаю, у меня шарик сейчас отвалится, ну. Блять, все проебал. Все проебал! Про женщин до фазен. Блять, ну ты можешь мне... Ну что такое, в дроп не кладется никак. Я все шарики уже потерял, но это мега медленно. Кому нравится? Мне нравится. Слушайте, это говно, но мне так нравится. Да! Легко было, правда. Эта игра создана, чтобы, ну, она убирала стресс. Я почему-то его испытываю. Типа, это не должно быть так. Я начинаю нервничать. Вы пока поищите, как та игра про липучку вот эту называлась. Там такая, типа, игра. Bounce and Pop. Все, благодарю тебя. Запомните, пожалуйста. А сколько тут уровней вообще? Можно вопрос? Ой, это невозможно будет пройти сейчас, погодите. Да, блядь. Да ты можешь. Да. Секс это не мое. Да что за дерьмо? Все, попал. Да там легко, с первого раза. Ну почти, почти, почти. Суки! Стой, 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 стой. Есть. Да ж... Я вообще не понимаю, но если вот... Я немножечко, ну, физику, геометрию знаю, но он же не должен так прыгать. Он вообще как-то нелогично отскакивает. Нет, он не должен. Никто ничего не должен. Из всех только 3 залетело туда. Боже, какой кринж. Останься сам, пожалуйста. Ой-ой-ой, сейчас бонуска будет жесткая. Сюда! Нервничаю. Жесткая гамба. Все, ластецкий левел, и вы мне говорите, что там за следующая игра была? Насколько... Ой, блядь. Бля, с первого раза попал. Ты смотри. Даже не сдох. Да как? Да как тебе, блядь? Блядь. О! Ну как ты вылетел, а ты шо, рофлишь? Ну хватит вылетать оттуда уже. О-о-о-о! Ребята, бара-бара сейчас будет жесткая. Жесткая бара-бара начинается. Bounce and pop. Отскок, отскок и лопанье шаров. Вы тоже видели, наверное, эту хуйню. Ага. Мы сегодня все игрушки вот эти вот говнявые из ТикТока бахаем. Жду, пока этот тук-тук появится. Скоро, скоро тук-тук появится. У нас на айфонах, на андроидах будем ебашить. Вы в курсе, да, о том, что какое-то государство подписало закон об антимонополии, о том, что должны быть сторонние маркеты на телефоны, а не только App Store и Play Market. Должны быть еще сторонние, их даже можно будет установить.
Все сразу в тук-тук уйдут. Зачем? Ну, чтобы ты комиссию не платил жесткую при донате, например, или при покупке чего-либо. Ты покупаешь, вот ты смотришь, игра, допустим, GTA, Rockstar, да? Сама игра стоит, наверное, 400 рублей. Ты 300 туда выпал, хуякс. А, тап-тап, не тук-тук, а тап-тап. Тук-тук это что-то другое. Да, тап-тап. Так, ну это легко. Ты что, ебанутый? Алло! А шо ли... Не надо мне бонусов, спасибо. Нормально. Хорошо бы время добавить, да? За какое время ты разъебал рейтинг, да? Ну, легко тоже. А, тач. Хорошо, без картинки посмотрим рекламу. Сейчас бас-буст будет жесткий. Красивая анимация для телефона. Показать еще один ваг, может быть. Смотрите. Немножко не так, конечно, планировал. Ой, блядь, ребята, я играю в говно. А можно я ящики не буду открывать? Что это? Ну, хоть донатов на выигрывал, нормально. А я, блядь, не хотел ставить. Ну все, посложнее пошло. Сейчас можно вывалиться и поебать даже. Блядь! Фу, хорошо, спасибо. Ну, последний шарик. Музыка для драки с отчимом. Или нет? Это больше похоже на того, как вашего друга из Дискорда мама позвала помыть в душике. Тиндер, Виндер. Не-не-не, я такие игры не играю, блядь, сори. Они все одинаковые какие-то. Блядь, ты можешь вынести этот ебучий шарик уже? Я его мать ебал. Фу. Какая-то не бара-бара было бы. Итальянские двери, ребят, если кого интересовали. Итальянские двери кого интересуют, пишите плюс. Блять. Ну вы мне АПК скинули? А Рик игры, ты что ебанулся? Бля, мобильный гейминг, такой сложный, сука. Хуй поймешь, где оригинал. Так, вот это, как мне сказали, это оригинал. Кнопка не работает играть. Кнопка играть не работает. Не нажимается, блин. Ладно, может быть, я очень надеюсь, что это баги просто. Пробую на экран нажать. Чем, блядь, пальцем? Крутые игрухи, я свои 14 пустил. Чел, ты день. Так это не оригинал, нет. Но это без рекламы зато. Пчелы, а, нихуя, они реально толкают. Но пока везет. Так, хорошо, я сейчас, я гений ебаный, я сделаю вот так. Блять, что? Начинается. Так, стоп, секундочку, какую мне надо фигуру здесь нарисовать? Блять. Так, хорошо, это я прошел. Вот тут пиксель оставил. Не, оно что-то как-то... Оно что-то как-то, ну, не то. Что-то пчелы не ебут как-то. Поменяй настройка сложность. Ты что, вообще сам ебан? Тут какую-то сложность поменяй. Ты что, идиот? Так. Собаку убил. Боже, я гений, да.
Ну это легко. Закрой улей. Закрой рот. А, оно физическое. Думал, он насквозь пройдет. Окей. Do you like this game? Нет. Не как в ТикТоке. Не, ну это имба, это не контрица такое. Арик на сайте татар. Что за татар сайт? Тап-тап. Бля, это что, ТикТок с играми? Что у меня картинка разъезжается? Тап-тап, would like access to file, что? Чё? А, через нее Brawl Stars можно качнуть? Чел, тогда это разъеб. Но зато я теперь... Что? Совершить звонки? Ты шо, охуел? Ну это, наверное, логин и пароль какой-нибудь. Примерно так в Tower of Fantasy играли, блядь, до того, как он в Global вышел. Чё вы хотели-то? Что от меня хотят? What the fuck? Тут переведите, вы аниме смотрите, ебаное свое. Что тут написано? Номер карты? Паспорт Китая? Да, ну короче, хуйня какая-то. Мне кажется, вот эти ёбные игры, они не в плей-маркете, они, скорее всего, вот здесь, в тап-тапе вот в этом. Так, нет, меня интересует Brawl Stars. Бля, вот я орну, если и тут Brawl Stars этот паспорт попросит, это вообще будет рофл. А чё, я не могу поиграть, оно только на другом доступно. Ребята, мы не сможем Brawl Stars поиграть, к сожалению. Он пишет, что надо поиграть только вот, ну, на определенной версии. А чтобы на определенной поиграть, мне надо в другое зайти и там установить это всю хуйню. Но, я так понимаю, работает. Fortnite, Call of Duty, Valorant, что? Реально, валик! Пререгистр, что это значит? Пререгистр это. А, она пока недоступна, пререгистрация только. New Released Games, вот, нам сюда. Понятно, Майнкрафт. Хочется кала навернуть какого-то. Там персонажи меняются? Их можно менять? Shoot them all. Она запустится вообще? Судя по всему, нет. Ну все, мы наигрались, получается. Все, берегись, блядь, стендов. Это что, блядь, откуда это в Counter-Strike, блядь? Что за хуйня происходит? Headshot. Headshot. Конечно, скачиваем сразу. С нулевой, блядь. Headshot. О, неплохо. Headshot. А как я бы даже не в голову стрелял? Еще и на русском, прикиньте, боевой. А как, ну, с людьми... Что за хуйня в Counter-Strike, блядь, с танками? Ну-ка, поехали. На, нахуй! Прикольный КСик! Headshot. Бля, в хедшот ракеты уебал. На дедасте, бля, на танке. Вот так. Пойдем людей побабахаем. Нереально играют. Вадим? Что это? Блядь, куда я стреляю? Блядь, ну это какой-то ужас. На, блядь! Ботинка ебнул! Ну это пиздец. Ай! Дезматч, говна. Надо снайперку брать, сейчас. Почем? Ты шо, сука, хуй с... Я тебя сейчас... О, готов! Боже! Я понял, я со снайпой буду ебать только вообще. О, все, это надо выходить отсюда. Ну, игра говна, блядь, да? То есть, ну, до стендоффа не дотягивает немножечко. Хорроры? Тут нету хорроров. Баунс мерч, что это? Ага, хорошо. Так, и что это? Что надо делать? А, это сколько раз нужно пиздануть по нему, что ли? Нет, ну типа тоже неинтересные какие-то игры. Сейчас засядем надолго. Да какой надолго? Сейчас быстренько решим один пары. Ну, один уровень-то мы можем пройти. Что, проблема какая-то? Для меня лично нет. Видите, уровень один. Что надо сделать? Вот сюда положить. Видели? И легко. Блять. What the fuck? Не понимаю.
Ну, легко, легко, легко. Я разобрался с управлением. Короче, зеленую вот сюда складываем, тут оранжевая будет. Посмотрите на какого... Того, какой я гений! Ну-ка, тыкай. Да не, я шарю просто. Кладем фиолетовый сюда. Отсюда тоже фиолетовый. Тут будет зеленый. Зеленый сюда кладем. Красный сюда кладем. Фиолетовый, фиолетовый. Зеленый сюда, серый. Блять, оранжевый здесь будет лежать. Так, зеленый сюда, красные все сюда. Оранжевый тут и серый сюда. Так, сюда зеленый. Тут будет... Тут все серые сюда сложу. Все, собрали серый. Так, зеленый сюда, красный положим сюда. Это сюда положим. Зеленый положим вот сюда. Оранжевый будет здесь. Собрали. Я гений. Еще два, ну, до 10 дойдем уровней. Я удалю другую игру, скачаю. Потому что, ну, это слишком легко для меня, правда. Ну, такое бывает. Тоже Казик, что ли, взяла? Вся страна играет, а вы не играете. Вы что, ёбнулись? О, мое любимое, блин. Надеюсь, тут, ну, какие-то новенькие, да, типа, уровни есть. А то просто я проходил уже половину. Все, тихо, решаем ребусы и загадки. Найти иглу. Я сначала начал, ну, вот тут искать. Не нашел. No, no, no! Это полный разлет. О, смотри, в Google Play меня перекидывает. Охуеть. Прыжки до кровати. Бля, я опять говна накачал на весь стрим. Что мне делать? Я сейчас в то не доиграл. Теперь в это просто попробовать дайте. Ну и говно. Бля, вот, типа, а что-то интересное будет, нет? Что от меня хотят? А я не могу снять, посмотреть? А что ты подслушиваешь, долбёб, в бинокль? Блять, то что, реклама каждый этот будет? Сгорело. Да я и так прохожу, мне вообще похуй. А, проебал. Ну ничего, в следующий раз повезет. Да, разъеб игра. Байк-хоп, покори бездорожье. Вы понимаете, я просто запустил стрим, я молчу, реклама просто вот, ну, что сейчас следующее выпадет, знаете? Я так понимаю, Azur Games делает хуй... а он не пердит, гандоны, блядь, на пизде мне. Я думал, там реально на сраке можно летать. Давай сиренеголового давай. Бля, ну... Вавилон. Вообще всего говна туда напихали. Вообще все, и Майнкрафт есть. Это имба. Игра 900 в одном. Ну ладно, давай из-за этого играй. Спасите девушку. От чего, блядь? Охуеть, что я сделал? Все, реклама, блядь. Can you ditch school? Что такое дичь? Ну сколько реклама? Ну каждый ебаный этот уровень реклама ебаная. Сколько можно-то, блядь? Что есть истина? Философский вопрос, надо подумать. Это отсутствие вранья. Что есть темнота? Темнота — это отсутствие света. Iron Man.
Perfect. Кому пуля? А, я знаю эту собаку. Да-да-да-да. Там пчелы ее кусают. Опять реклама, смотрите. Набрать? Очень много. Да никак! Все, не могу. Это ужас какой-то. Сколько, как так можно рекламу доить? Я не понимаю. А как это понять? Эмодзи с осанкой. Что? Сердито писать. Сам охуел. А это что? А, вот так правильно, кто не знал. Дополните картину. Как? Кого она выберет, блядь? Бора, конечно же, блядь. Вот этого она выберет. Ой, это такой пи***ж. Вот этого она выберет, 100%. Уебан она выберет. Ладно, блядь. Вернуть мужа. Задача вернуть мужа. Так. Быстрее, что быстрее? Как мужа вернуть? Да не вернешь ты его, блядь, у тебя ж пузо. What the fuck? Рефрешинг. Спянки. What the fuck? Фарм. Побрей кота. Смотрите, какой котик был бы и что люди с ним делают. И говорят, это порода такая, говорит. Что за хуйня? Почему я мажу Казахстаном? Где настоящая собака? Я не знаю, мне пальцем проверить, ванну стыкать.